Мужчина, стоящий сейчас перед судом, не убил и не украл. И тем не менее он преступник. Сел пьяным за руль и не единожды. Осенью прошлого года его уже лишили за это водительских прав. Тогда на 1 год и 6 месяцев. Прошло полгода, и все повторилось. Он был остановлен сотрудниками полиции и в последующем отстранен от управления транспортным средством. И по результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, проведенного алкотектором 68-10, концентрация этилового спирта на 1 литр выдыхаемого воздуха составила 1,55 мг на литр. Свою вину подсудимый признал полностью. В последнем слове пообещал. Больше такого не повторится. Раскаяние, нахождение на иждивении малолетних детей и отличные характеристики с работы суд смягчающими не признал. Признать виновным в совершении преступления, предусмотрено статьей 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов на объектах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. Помимо обязательных работ, суд приговорил мужчину к лишению водительских прав сроком еще на 2 года, к предыдущим 1,5. И если пьяные покатушки не прекратятся, и на этом следующим наказанием станет лишение свободы. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, новости НТР.